целый набор кистей и красок заменяет один только графический планшет и стилус. Вместо многочисленных холстов одна программа на компьютере или планшете. Это диджитал-иллюстрация, современный способ рисования. Я считаю, что самое главное преимущество диджитал-иллюстрации в том, что можно нарисовать, во-первых, все, что угодно, неограниченное количество возможностей, то есть можно детализировать каждый предмет, как ты хочешь, и настолько детально, что будет даже, наверное, не отличить от фотографии. В программе, в которой рисует Юля, уже есть кисти с определенными текстурами. Они могут имитировать листву, горы, если это пейзаж, или волосы, если портрет. Конечно, такие волшебные палочки помогут ускорить процесс рисования. Я пользуюсь вот таким вот планшетом и карандаш, на котором рисуется. Мой планшет, наверное, самый распространенный. Он подключается к компьютеру, и с помощью определенной программы я рисую на планшете, и передается все в компьютер. Здесь можно сказать, что планшет и этот карандаш заменяют лист бумаги и реальный карандаш. Да. Такую работу действительно почти не отличить от фотографии, а, впрочем, предлагаем вам самим оценить. Что вы в основном рисуете? Сейчас я специализируюсь больше по портретам. И, в принципе, я очень давно рисую портреты. Изначально я рисовала портреты на бумаге, от руки, карандашами, красками, пастелью. Сейчас, конечно же, удобнее рисовать на планшете. Приступим к созданию рисунка. Можно ответственно заявить, что уже очень похоже. Да, уже мы приближаемся, да, к финалу. Осталось добавить только таких ярких красок, деталей. Вот я бы хотела тоже какую-то частичку своей души добавить. Что я могу дорисовать, может быть, как-то тоже хотя бы какую-то линию. Хотелось бы почувствовать, каково это быть художником. Давайте попробуем с вами. Скажем сразу, только минут 5 ушло на то, чтобы научиться держать стилус. Главное понять, как это работает. Мы решили добавить румян и текстуры в волосы. Вот и портрет. Я рисовала, конечно, до этого, но не на планшете. На планшете никогда не рисовала в жизни, это очень интересно. И, конечно, вот когда вблизи на это смотришь, немного странно, но когда вот мы отдалили, те детали, которые мы с вами дорисовывали, они, в принципе, смотрятся органично и румяно, и эти растрепанные волосы немного, как мы сказали, на ветру. Да. Поэтому спасибо большое и за портрет, и за то, что вот дали такую возможность. Диджитал-иллюстрация – это не только рисунки, но и анимация, а там и до мультфильмов недалеко. В будущем Юлия планирует развиваться и в этом направлении. Что ж, ждем от нее настоящих киношедевров.